знаете, что это такое? Конечно же, цветик-семицветик. В детстве я мечтала, чтобы таких цветов было целое поле, чтобы каждый человек мог загадать свое желание. Жалко, что это пока невозможно, но зато у меня есть цветок бумеранга, который тоже исполняет наши мечты. Лети, лети, лепесток, через запад, на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Хочу снимать классные репортажи и много работать. Достаточно всего один день походить по лагерю звездных, и ты увидишь, здесь некогда скучать. 24/7 все монтируют, снимают, пишут тексты, придумывают сценарии крутых роликов. В съемках помогает партнер бумеранга фирмы Sony. Она предоставляет самую современную технику. Здесь ребята делают анимационные фильмы. Очень интересные и веселые занятия. На этой площадке участники нового проекта в формате travel. Он включает в себя 4 локации, 4 стихи, 4 дня съемок и целых 7 команд. Погнали! А здесь самые занятые ребята. Они снимают новости. Благодаря им мы знаем обо всем, что происходит на форуме. А как бы это объяснить-то на русском? Сейчас скажу. Вот наши киношники. Тоже очень важные ребята. Они придумывают сценарий, проводят кастинги, снимают, монтируют, а потом показывают нам готовый результат. Кто его знает, куда бы вас могло, в какой вид виртуальной реальности вас могло бы занести? Что? У каждой страны, нации и семьи есть свои традиции. Например, в моей семье мы каждую субботу устраиваем день совместного отдыха, и он проходит очень весело и уютно. За 14 лет свои традиции появились и у форума «Бумеранг». Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Хочу узнать о всех традициях бумеранга. Одна из главных традиций бумеранга – разбивать тарелку с символикой форума на счастье. Говорят, если подобрать осколок, весь год пройдет отлично. Еще одна традиция – танец бумеранга. Его повторяют каждый день на зарядке все команды и вожатые. Как только ребята слышат песню, находясь в любом месте, вспоминают движение и начинают танцевать. Бумеранг, лети, лети, где встречается север с югом. В каждом кадре удачи своей я хочу поделиться. Как там? С другом. Как же тесен мир. В этом году на бумеранге я встретилась с другом, с которым познакомилась на медиафоруме в Артеке. Правда, пообщаться долго нам не удалось. Что поделаешь, работа. Но все-таки, как здорово, что мы, бумеранговцы, это одна большая семья. Даже спустя годы не забываем друг друга. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Я хочу найти на форуме много-много друзей. 100 делегаций из 38 регионов собрал в этом году форум «Бумеранг». Это очень разные коллективы по своему масштабу. Одни ребята на бумеранге впервые, другие уже несколько лет подряд. Самый преданный форуму участник Кочнева Дарьев приехал сюда 14 раз. Приходите на выставку студии в лагерь «Звездный», и вы познакомитесь с самыми яркими коллективами, найдете единомышленников и друзей по всей стране. Талантливый человек талантлив во всем. И это точно относится к участникам бумеранга. Например, в моем телевизионном отряде трое играют на гитаре, один на укулеле, пятеро рисуют. На форуме есть где развернуться творческим личностям. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Хочу показать себя на форуме. Бумеранг заботится о том, чтобы у детей расширялся кругозор. Именно поэтому в лагере так много разнообразных творческих событий. Они вызывают бурю эмоций и оставляют незабываемые воспоминания. Новые таланты открыл Пушкинский бал. На нем мы прочувствовали атмосферу 19 века. Мальчики стали кавалерами, а девочки – дамами. Закончился бал медленным танцем. На красках Холли, в самом долгожданном празднике бумеранга, я на мгновение почувствовала себя художницей. Это было весело. Мы фотографировались, устроили танцевальный флешмоб и зарядились отличным настроением на всю смену. Ой!
Цветик-семицветик, как здорово! Теперь я смогу загадать желание. Какой же лепесточек мне выбрать? Выберу-ка я вот этот, зеленый. Он как природа и как море. Лети-лети, лепесток, через запад на восток. Я хочу, чтобы все люди любили природу и берегли все живое. Когда я попала в орленок, я подумала, что это волшебное царство за 3-9 земель. И море здесь синее-синее, но оно почему-то называется черным. Здесь море умеет читать, оно слизывает ваше имя с песка. Это значит, оно вас приветствует. А еще в орленке особенный воздух. Он такой вкусный, хоть ложкой ешь. Это все потому, что весь лагерь утопает в зелени. Каких растений здесь только нет. Они привезены даже из заморских стран. Их названия можно прочитать на табличках. В орленке очень много красивых птиц. Здесь очень большие чайки. А еще есть фонтан, в котором живут разные рыбки. Что вы сейчас чувствуете? Скорее всего, сразу ответить на этот вопрос будет сложновато. И это нормально, так как человек за одну секунду испытывает множество эмоций. Например, ребята, когда снимают фильм, они волнуются, переживают и радуются одновременно, потому что занимаются любимым делом. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Я хочу зарядиться позитивными эмоциями на целый год. На бумеранге ребята каждый день переживают целую бурю разных впечатлений. Фестиваль красок Холи подарил нам азарт, веселье, восторг. В яркие цвета мы раскрасили своих друзей, пляж, небо и, конечно же, море. На просмотре фильма «Счастье – это» мы испытали сострадание, восхищение и даже страх. Киноальманах, посвященный человеческому счастью, сохраняет интригу до последнего кадра. На мастер-классах мы почувствовали интерес, любопытство, благодарность. Работая над фильмами и сюжетами, почувствовали вдохновение, усталость, дружелюбие. Мы сдружились и нашли много общего. Именно ради таких классных эмоций мы приезжаем на бумеранг. У вас когда-нибудь было такое, что вы не могли написать сочинение или решить уравнение сами? Вот у меня 100 раз. И знаете, кто мне во всем этом помогал? Конечно же, это моя мама. Моя мама – это мой наставник. Что бы у меня ни случилось, сколько бы я ни пыталась сделать что-то сама, именно она меня во всем поддерживает и помогает. И, конечно, на форуме «Бумеранг» есть свои мама и папа. Это наши педагоги, наставники. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Хочу узнать много новых знаний. Многие думают, что создавать мультфильмы или фильмы легко, но это не так. Над каждым проектом работает большая команда, которая должна иметь во главе профессионала в своем деле. И эти профессионалы – наши наставники. С одними мы вместе приехали на бумеранг, с другими познакомились только здесь. Но у каждого получили много ценных знаний и навыков. На мастер-классах узнали, как не заработать звездную болезнь, как следить за своим временем и не опоздать на съемки. Открыли для себя, что не обязательно иметь дорогую камеру, чтобы снимать классные фильмы. Научились работать со светом и писать сценарии. Снимая фильмы и сюжеты, научились работать в команде. Благодаря наставникам, ТВ и кино становятся ближе и понятнее. Мои мечты сбылись благодаря бумерангу. Приезжайте сюда, и у вас тоже обязательно все получится.